Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. Александр снова с вами. У нас текущее задание. Завод Ратте. Завод, где строят мегатанк. Вот крыса. Финишная прямая. Завод по производству крыс. Врезанный в скалы ущелья Мидес. Странное место для танкового завода, но резкие перепады помогут прятать тела. Пора уничтожить крысу и весь завод. Нельзя, чтобы Рейх снова создал этот танк. По пути мне придется вывести из строя конвейер. Кстати, здесь есть несколько хороших позиций. А потом, когда все закончится, я покончу с Валеном раз и навсегда. А, это точно. Так. Че, выкладка. Так и оставим. Выкладка, фугас, выпрыгивающая мина. Наверное, нам не нужно. Выкладка. Поставим еще один фугас. Два фугаса, граната, растяжечка и динамит. С Мосина останемся. Так, подождите. Нет, давайте второе оружие Вилорд. Подождите. А их нельзя поменять местами, да? Ну ладно, нельзя так нельзя. Погнали. В тихих местах лучший обзор. Красота какая. Жертву вижу, жертву. Интересно, я смогу к нему подкрасться незаметно? Das ist ein langer Weg nach unten. What? Ach, чувак, ты в лучшем месте. Хотел бы его посмотреть, как его тело падало. Ну ладно. Красотища, ё-моё. Так, а ну-ка, может, мы кого-то увидим уже с этой позиции. Например, снайпера какого-то. Ну, походу, никого не видно. Алло. Насколько он далеко? Сто 119 метров, кстати. Дистанция для выстрела неплохая. Но сейчас нужно разведать, что у нас здесь на тропинке. Промах у нас здесь на тропинке. Алло. Эхо. Эхо. Алло. Не знаю, что он хотел этим сказать. Так, ну 95 метров. Ой, это маловато. Хочу попробовать сделать выстрел.
Заодно и оценим, насколько здесь. Хорошо, с охраной. Так, ладно, он пока будет полчаса идти. Ой, далеко. Вот, то есть, перебежать сюда нужно будет. Полетело. Метров 120. О, курение убивает. Так, а где ребята засуетились? А, во-во-во-во. Ладно. Сменим позицию. Думаю, через мостик стоит перейти будет. Обыщем, конечно же. Пусть стоит пока что камень. Доберитесь до мостиков. Уничтожьте трансформатора на каждом уровне. Да-да-да, это я зря сделал. Я даже вот так вот сделаю. Я каким-то чудом оказался с этой стороны. Так, вот там снайперская позиция есть. Зоркий сокол какой. Фух. И теперь пойдем-ка мы погуляем на ту сторону каньона.
Так он здесь один, мне так кажется. Ну и чё ты стреманулся? А, трупика увидел. Ну да, было дело. На-на-на-на. Был и не стал. Так, сейчас обыщем одного, второго. Так, надо отмечать ребятишек. Так, опа. Куда это? Куда ведет эта хрень? Кстати, вон лестничка есть. Ведущая пока что не понимаю куда. Но она там есть. Так, ну все, пора подниматься на снайперскую позицию, да? Странно, что здесь нет ни одного документа. Задача. Коллекция 5 карт, 5 дневников. Так, почему я тут, видите ли, пригибаюсь, хожу? Чего это у нас там? Ну а что я должен здесь сделать, собственно говоря? Куда я могу стрелять? Если здесь нет никаких... Никаких укрывающих звуков. Ну, чисто так, все шуганулись, да и все. Все чисто, да? Так, интересно, я... Ладно, не хочу рисковать. Обойду туда, куда я пришел. Я все равно позицию сменил, еще сменю ее. Так, меня начали искать, это было не по плану.
смотри. Да, ist der! Слушай, как он меня нашел? Давай, 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 давай. Думал, он задержится. Давай, 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 давай. Ну иди сюда, иди, иди. Еще желающие? Да-да-да, все чисто, расслабьтесь, ребята. Снова напугайтесь, ребята. Я в укрытии. Я никого больше не видел, да. Вот один, ну так идем к генератору, короче. Действительно, усталое что-то. Очень длительные здесь звуки. Опа! Да, я не заметил. Не пометил я этого сразу, что эти конвейеры шуму столько создают. Ох, сейчас кто-то у меня. Постой там еще, постой, пожалуйста, минуточку. Ах, как прекрасно здесь стоять. Это не трансформатор, не? Трансформатор. Уничтожил его, и вся линия.
еще, нет? Ждем. Хотя и сзади могу подойти. О, он, скорее всего, там не один. То есть здесь стрелять можно было? Звуки были. Прикрытие было. А теперь уже нельзя, да? Ладно. Сниму его отсюда. Эх, ждем. Дело снайпера выжидать. Да ладно, блин. Вообще непонятно. Пройдем поверху. Как-то очень странно, что здесь никого нет. Практически. Опачки, офицерчик. Туда попала первая пуля. Блин, здесь два выстрела не проходит. Отлично. Ну, похоже, это все, кто хотел с нами пообщаться. Смотрите, это изготавливают траки, из которых состоят гусеницы. Трансформатор. Уничтожи его, и вся линия накроется. Вот это трансформатор? Типа так не подходит, да? Так. Ой. Что у нас есть? У нас есть динамит. Вот прикольно, если я его сейчас заложу. И оно не взорвется. И разжигаемый, пока оно там все будет взрываться. Я пойду погуляю. Может, чего надыбаю. Так, 3, 2, 1. Бабахнул. Это хорошо.
Во, бумажечки. Блин, еще и подобрать их не так просто, как оказывается. Так, глядим на карту. Так, а где это снайперские позиции здесь? Внизу там, да? Две снайперские позиции рядышком. Hier steckt er. Wenn nur einer von euch sich nicht richtig ins Zeug legt, werden alle aus halber Ration gesetzt. Может подняться? Да-да-да. Ну так, для надежности. О, воспользоваться лестницей. Так, ладно, туда еще рано нам идти. То есть это будет еще ниже снайперская позиция. А куда можно стрелять с этой позиции? Одного пропустил. А можно узнать, почему они здесь столпились? Так, так, так. Вот оно, где снайперская позиция на самом-то деле. Так, это все хорошо, но кого можно убивать с этой снайперской позиции? Один выстрел. Так, так, так.